Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вам краткий обзор матчевой пули от американского производителя Sierra. У меня в руках пули Sierra Match King в калибре 6,5 мм, это 264 диаметр, 140 грей, 9,1 грамм, HPBT Match. Артикул производителя 1740, ну, учитывая, что у меня в руках упаковка 500 штук, здесь 1740C. Баллистический коэффициент этой пули 0,526. Линейка Match King является гордостью пуль семейства Sierra, да, непревзойденной во всем мире и поистине мирового класса во всех отношениях. Ну, тут, скорее всего, конечно, все это лукавство, да, но если брать ценовой диапазон и тактико-технические характеристики, то, возможно, да, непревзойденно. Хотя лапа, в принципе, получше. Ну, зараза, она и подороже. Стрелки полагались на последовательную точность Sierra в Match King в течение многих десятилетий. В результате с этой линейкой было установлено много национальных и мировых рекордов, которые являются предметом зависти конкурентов этой фирмы. Ну, опять-таки, если мы будем брать американцев, да, они все-таки, зараза, наверное, более патриотичны, чем финны. Потому что с теми же коллегами финнами общаюсь, и перешли они от лапу на Нослер. Вот если брать там лапу Сонар, Сонар L, они становятся с каждым годом все дороже и дороже. Вот, и они зараза предали свою любимую фирму и на более бюджетный Нослер Custom Competition, RDF переходит. Вот. Пуля хорошая. Мы здесь видим, то есть открытый носик, ярко выраженный БТ основание. Ничего не могу сказать, не могу хаять. В цене тоже, в принципе, прилично, все доступно. По длине 33,3 миллиметра. Ну, диаметр здесь классический. Диаметр здесь классический. 6,7 миллиметров. Спасибо большое вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Мы обязательно расскажем вам о новых видах пуль. Всех благ, хороших охот, точных стрельб.